Здравствуйте. Паблик-магазин. Говорили, Елена не шастая. Очень редко шастаю. Ну вот есть эти моющие средства. Это для стаканов, для посуды. Наверное, в дишвошер. Вот эти зеленые точно в дишвошер. Вот такие мы моем. Большой коробка. Одна осталась. Ну, потому что вечер сейчас. Он уже скоро закроется магазин. Обычно до 9. Ну, это самое. Палмали дишвошеры. Палмали эти. Диш – это посуда, да? Вот, ну, в Пабликсе немножко подороже, 2,29, это другое. Ну, в общем, вот такое, такое есть. Значит, короче, этот самый моющее средство купить можно. По поводу перчаток, кто-то говорил, Елена, вы там кулек держите. Это перчатки мои закрывают экран в камере. Перчатки есть, 3,49, такие-сякие. Может, не такие, но у меня есть пока, что-то эти толстоватые. Ну ладно, у меня вот такие, 3,99. Вот такие у меня. Наверное, я куплю. Подожди, сейчас я посмотрю еще тут размер. Бывает, размер у них есть. One size. Угу. Вот. Ну, эти все, по-моему, эти кухонные, такие погрубее, которые. Угу. Вот. Так. Клорокс бы купить, но это не магазин, где мы покупаем, это вот сопутствующие товары. Обычно мы берем большие бутылки или в Walmart, или где-то это самое. Так, Клорокс, ну что? Клорокс. Ну вот тоже. Такая она маленькая. Господи. Такая она маленькая. Клинеры. Ну есть. Есть все. То есть, что помыть, чего помыть можно. Но просто сюда, в этот магазин, не зайдут люди, которые это... И этот, и порошок есть. То есть, детерджент, по-моему. Лавандер. Лаванда. Пюрекс это этот. Ну, жидкое средство для стирки в машинке. Ну, кое-что есть. Вот он, Клорокс. Ой, ложечки, какой же он дорогой. $14. Ничего себе, может, концентрированный. Ничего себе. $14 Клорокс. Ладно, если здесь есть, есть и в остальных магазинах. Так, ну все есть. В Индексе есть. Это есть. Полки пустые, как вы видите, да, кое-где. Но кое-что есть. Не так уж оно и пустенько. Ну, вот так вот. Так, ну, в большом магазине, ой, в этом дорогом магазине не будут так, конечно, люди толкаться. Яйца есть. Так толкаться, как толкаются в более дешевых и в больших супермаркетах. Паблик все-таки такой меньше, и он больше, люди ходят сюда за едой, чем за моющими средствами. Кофе и всякие сливки. Сливки и всякие кофе. Кофе и крем. Крем с этим самым. Подожди, ну хэви. Ну эти взбитые сливки, не взбитые, взобьешь их сама. Крем, не крем, а эти сливки. Взяла я одну вот такую вот, никогда не брала, с коричневым, вот этот, ультрапастеризованное написано. Так, а эти в бутылках там как спрей, а это яйцо взбитое и яйцо не взбитое, яйцо цельное. Так, пошли, это для кофе крема. Пошли дальше. Идем дальше. Ну, все есть. Слушайте, молоко. Всякие шоколадные. Значит, вода есть. Полки пустятся, да? Так, этот йогурты. Вот йогурты сейчас. Хотя есть там, по-моему, один где-то остался, валяется. Ну, сейчас печу там такое. Сейчас. Что на меня
На что глаз упадет? На что глаз упадет? Ну, кефир с фруктами. Не хочу такой кефир. Большие такие бутылки, не strawberry. Low fat. С клубникой. Не, ну такое мы не выпьем. Взяла йогурты с этим, с вишней. И взяла крем этот, не крем, ну сливки. Так, это саур крем, это сметаны. Сметаны. Раскупается тоже. Ты смотри, это большие, в больших банках йогурты. Филадельфия чиз. Нет, сметану не буду брать, только что были. Так, это эти всякие косметики, кому они сейчас нужны. Вот это авокадо. Что это за авокадо? А, ойл, то есть масло авокадовское. Пачки. Нет, у меня стоит органическая в банке. Я купила, никак не это само стоит вообще. Там говорят, стоит в холодильнике, попу сушит. Точно. Где-то год, наверное, уже. Я на нем жарила ужасно. И же, ну, говорят, что оно есть там без запаха, но у меня что-то с запахом. Может, потому что органическое. Такой запах ужасный, не знаю. Кто-то мне говорит, ой, яичницу прямо нам авокадо масле как жаришь, так где там вкусно? Вообще, все, что говорят, врут люди. Пока сам не попробуешь. Так, тесто. Тесто есть дома. Небольшое, но есть на пиццу, типа такое. Но пиццу я делать не собираюсь. Так, что-то такое там налепить. Что-то налепить. Так, русские блогеры все говорили. Здесь творог, типа, это фармер чиза. Никогда в Пабликсе его не нахожу. Притом в любом, где они его брали, неизвестно. Еще кто-то написал, Лена, да в Пабликсе. Еще после моего видео написал, Лена, да в Пабликсе. Вот вам Пабликс, где он есть? Нет его. Говорит, целлофановые упаковки. Целлофановые упаковки. Целлофановые. Это эти сыры. Эти, как их. Мексиканские. Они ничего, кстати. Ничего. Но они такие похожие на наш. Плавленый немножко. Да ничего. Может, даже я сейчас возьму. Сейчас посмотрю. Друга шарахаются. Я вот стою, снимаю. А сама понимаю, что сзади меня они ждут, когда я отойду. Раньше бы проходили бы запросто, то есть из-под руки бы выхватил и пошел, а сейчас нет, боятся. Проходом лучше по вот таким пройти, где нет людей. Собачья еда, кошачья еда, батарейки всякие, собачьи, кошачьи, игрушки собачьи, кошачьи. Саша, а это эти угли для разжигания барбекю, кто сейчас это для кроликов, всякая солома и еда для котов, что-то. Ну, как хорошо животным, они не заболевают этой заразой, да, девочки? Холера к ним это не пристают. Какие вы холюсенькие тут мордочки. Консервы кошачьи, собачьи. Вот, ну и далее по списку. Сейчас мы посмотрим. Так, колбаса есть, это есть, я даже не знаю. Я поехала специально, думаю, да, я посмотрю все-таки, что я хочу. А вообще за соком, и в Пабликсе сок хороший. А, такой густой, такой органический, хороший. Дороже, конечно, но ну, вкусно. Не надо брать большие бутылки, маленькую купил, и все. Так, это картошки, которые я только поставил, разогрел и все. Не надо кукать. Всякие пюре и не пюре, порезанное, помазанное. Где-то дома лежит пачка, надо будет ее приготовить. Что она валяется? Вообще у нас все, что вот полуфабрикатное, всегда лежит. Ага, припустили полки. Это эти копчености мясные.
Сейчас посмотрим. Вот такую я брала. Ничего, но она быстро пропала. Что-то там я две съела, и одна осталась в холодильнике, быстро пропала. Как русские колбасы, знаете, они быстро пропадают. Американская еда, она не пропадает. Ну, сейчас мне напишут, добавлена химия, а у вас не добавлена, можно подумать. Даже для красноты мяса во все времена добавляется специальная там жидкость, по-моему, вещество, чтобы мясо было красным. Если вы сделаете колбасу в домашних условиях, она будет у вас цвета. Сейчас скажу цвет. Хотела сказать, как мои перчатки. Нет, я сегодня в синих. Как презерватив цвет. Вот такая у вас будет колбаса, не красная. Вот, поэтому... Так, ладно, подождите, надо вчитаться. Так, ну все, есть, снимать некогда. Надо отходить быстро от места. Как все есть. Полупустые места, видите, к вечеру. Прямо интересно. А, этот говяжий язык половиночка. Лучше взять целый. Так. Ну. Ground beef. Ground beef этот фарш бифовый. Говяжий. Биф, говядина. Вы все слова давно знаете. Слышите, какое-то вот снятие. Гляньте, здесь уже закрыто этот. О, закрывается магазин, наверное. Какое-то такое чувство, девочка в маске. Все без масок, как видите, у нас, да? Только когда видишь маски, думаешь, может, больной? Я взяла на холодец ножки. Вот такие. Есть курица дома, сварю. Что у нас здесь? Я что заметила? Даже всякие кости повыбрасывали. Обычно в таком хорошем магазине, как Publix, костей нет. А то выбросили они. Можете себе представить? Бифовые. Говяжьи. Наверное, позвоночные. Бонс. Вот это да. А то и кости попривозили. Вот так вот вам. Да-да-да, ребра бифовые. $10, $9. Ну, вот так вот вам. Поняли, да? Это бургеры уже сделаны, я не хочу.